Тем временем мы продолжаем просмотр дипломных коллекций. Дизайнер под номером 11, Новохатняя Татьяна, город Зеленоград. Коллекция «Круговое движение». Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас. Thank you.
очень позитивная, симпатичная, веселая, профессиональная, интересная, игривая коллекция. И как сложно работать с полоской, мы, дизайнеры, знаем, это действительно очень тяжело. Это, пожалуй, один из самых трудных рисунков, который еще можно, ко всему прочему, сочетать. Но вы очень умело с этим справились. Молодец. Поздравляю. Спасибо. Тань, на вашей коллекции хочется отметить, что у вас удивительное сочетание прекрасного и необходимого. Вот слово «ассортимент» к вашей коллекции замечательно применимо. Это готовая капсула для магазина, что совершенно не умаляет, а даже наоборот, творческих достоинств произведения. Поздравляю. Спасибо.